есть телевизор, подайте трибуну. Так прору разнесется на мили. Он не окно, я в окно и не плюну. Мне будто дверь в целый мир прорубили. Все на дому, самый полный обзор. Отдых в Крыму, ураган и Кобзон. Фильм «Часть седьмая». Тут можно поесть, потому что я не видал предыдущие шесть. Врубаю первую, а там ныряю. Но это так себе. А с 20, а ну-ка, девушки, и что во дворе? И все в перенечках, с ума сойти. Есть телевизор, мне дом, не квартира. И я всею скорбью скорблю мировую. Грудью дышу я всем воздухом мира. Никсона вижу и с его госпожою. Вот тебе раз иностранный глава. Прям глаз-глаз, в голове голова. Чуть пододвинул ногой табурет и оказался с главой дед на дед. Потом ударники хлебопекарни дают про выпечку до 20. И вот любимая эта копия. А ну-ка, парни, стреляют, прыгают, с ума сойти. Если не смотришь, ну пусть не баланты, то уж по крайности богом убитый. Ведь ты же не знаешь, что ищут таланты. Ведь ты же не ведаешь, кто даровитый. Как убедить мне упрямую Настю? Настя желает кино, как суббота. Настя твердит, что проникся я страстью к глупому ящику для идиота. Ну да, я проникся. В квартиру зайду, какая дома Никсон и Жорж Помпиду. Вот хорошо, я бутылочку взял. Жорж подошел, Ричард правда не стал. Ну а действительность еще шикарнее. Врубил четвертую и на балкон. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, вручает премию вон. Ну а потом на Каначковой даче, где, к сожалению, навязчивый сервис, я и в бреду все смотрел передачи, все заступался за Анджелу Дэвис. Слышу, не плачь, все в порядке в тайге. Выигран матч СССР ФРГ. 100 негодяев захвачены в плен, и Магомаев поет КВН. Ну а действительность у нас еще шикарнее. Тут у нас два телевизора. Крути-верти! И вот там ну-ка, девушка, а тут ну-ка, парни. За них не боязно с ума сойти.